В Покачах распределили субсидии между предпринимателями, которые заявлялись на получение меры государственной поддержки. Всего было подано 23 заявки. 5 бизнесменов получили отказ из-за имеющейся налоговой задолженности. Наибольшая сумма пошла на возмещение затрат на оборудование. Один предприниматель получил более 400 тысяч рублей. Надо сказать, что заявителю возмещается 80% стоимости оборудования, но не больше 500 тысяч рублей. И если претендентов несколько, а полученных городом денег на всех не хватает, они распределяются пропорционально. Например, вы потратили, миллион вы потратили, 80% это уже свыше 500, да? И идет максимальная сумма ограничения 500. И у каждого так просчитывается, сколько вывели сумму, сложили, и видим, что денег у нас, допустим, не столько, сколько подали заявок. Соответственно, мы высчитываем пропорционально, и каждый, процент вот этот вот он составил 87,39, в общем, 80, я округляю, 88% получается. Так бы они 100%, 500 получили, а так они 436 получили. Всего город получил на поддержку бизнеса порядка 2 миллионов рублей из округа. Претендентам нужно было соответствовать определенным требованиям. Требования для подачи заявления – это состоять в реестре предпринимателей города, пока осуществлять деятельность на территории города. Далее, отсутствие задолженности по налогам и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации. Помимо этого, есть еще несколько ограничений, которые, документы дополнительно не подаются, мы просто проверяем, в экстремистских организациях не состоять. Судя по практике прошлых лет, в конце года в город могут прийти дополнительные средства для распределения субсидий. Тогда на них смогут претендовать те, кому было отказано на этот раз после выполнения всех требований закона.